Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Ивлицкий Игорь Вячеславович Пылин. Игорь Вячеславович, вкратце по сегодняшнему матчу. Ну, мы предупреждали ребят в плане того, что команда соперника находилась в турнирной таблице выше нас, и, естественно, мы прибавили по сравнению с теми играми, которых мы играли на кубок и чемпионат. Просто так очки не набирают команду, соответственно, значит, каких-то компонентов прибавили. Ну, естественно, не знали недочетов. Игра, ну, волевая победа. Ребятам благодарен за их труд. Молодцы, перехватили инициативу в первом тайме. Хотя начали очень плохо, безобразно. Пропустили мяч, вследствие быстрой ответной атаки. Пенальти заработали. Не стушевались и гнули свою линию. Был отрезок, временной отрезок времени, такой приличный. Взяли мяч под контроль, особенно на чужой половине. Начали фланги скрывать, какая-то острота появилась. Ну, молодцы, что забили. Ну, надо отдать должное, конечно, сопернику, то, что не останавливался, нагнетал. Создали они порядка 2-3 моментов в одном из эпизодов. Штангу попали. Ну, я считаю, это наша ошибка была, то, что игрок ошибся. Выбросился на него, дал ему свободу пройти. Так, вкратце, если вопросы? Вопросов нет. Игорь Вячеславович, все-таки, допустим, это счастье иметь такого игрока, как Сергей Чернышов, для тренера, имеете? Вы имеете про игрока Чернышова? Да. Ну, работа с Лукомати, с таким игроком. Ну, то, что он сегодня забил, он свою работу выполнил в плане того, что забил. Если, если бы он этот мяч не забил, конечно, и даже и сейчас претензии. А так он сделал тоже. Ну, сделал. Ну, он может лучше играть, особенно находясь в тех зонах, в которых ему постоянно утвердили. Ну, то есть, вам просто это большое все-таки подспорье иметь команде такого такого масштаба, как Сергей Чернышов? Я вам объясняю, бывают игры хорошие, бывают очень качественные, бывают невыразительные. Нам хотелось, чтобы он еще больше играл, лучше. Вот. А так, ну, и раз он у нас играет в стартовом составе, значит, соответственно, на данный момент мы довольны. И еще вопрос последний. Значит, все-таки в последние годы вы удачно играете с СНГ, но тут все-таки вы нашли свою команду, наверное, имеете в виду. Несмотря на то, что вы говорили, что с любой соперником это трудно. Да, с любым соперником. Но вы знаете, какие результаты в этой зоне. Все друг друга обыгрывают. Вот. Тут много зависит на тот период, на тот момент времени, когда игра происходит и в каком состоянии твоя команда. Любой команде позволить, если, то, естественно, будет проблема. Абсолютно любой. По статистике смотрите, у вас удастся. Ну, статистика это факт, конечно. Хорошо. Да. Получается так. Все, спасибо. До свидания.